Hey, yo, с вами Игорь Амбруман. Я в шоке. И сегодня мы поиграем в симулятор козла. Так, давайте нажмем play. И вот мы появляемся за такого хорошенького, такого на вид скромненького козленочка нашего, который берет такой, нафиг вас всех, выносит хедшот. Ой! Я упал! Упал! Давайте посюда. Тут какой-то козел левоватый, скажите. А ну-ка! Вася, иди отсюда, Вася! Да? Че-то. Да я. Я дошел до отсюда. Ой, это я сейчас где-то? Год Кастл. Угу. Замок козлячий. Стоять. Не орите! Ой, мы демон, ё-моё. Сам в шоке. Вот и дали какую сальтуху намутили. А ну-ка давайте. Не-не-не. Стой, давайте сейчас мы сальтуху намутим, ё-моё. Ой, нас сбили, ё-моё. Что за баг? А, это не баг, это я понял. Это, короче, нажимаю на букавку F, английскую. И у нас он такой медленный. И тут быстрый такой, да? Да. Что это? Да. Нет, я вообще хотел сделать великий прыжок. Конечно, не такой. Оп, стоп. Вася, стой, Вася, да... Да ё-моё. Куда ты так спешишь-то? О! Да! Ой! Давайте. Круто. Ой! Ой, ох ты ж какие баги тут у нас пошли такие. Так. Баги тут у нас, тут эта игра славится тем, что у нее очень много различных багов. Не понимаю, с чем это связано. Вроде бы разработчики хотели больше пасхалок сделать, что это. Ох ты, ё! Кадри! Удивляюсь, как еще он жив остался. Так, нам здание бегать по стене легко, что ли? Ладно, давайте сбежим. По стене побегать. О! Пошла вода горит. Да ё! Я в шоке. Эта игра вообще меня поражает. Куда? Куда пошел? А ну-ка давайте. На батутик прыгнем. Наш великолепный. Ой, мамочки, эта игра меня поражает. Так, давайте еще разок. Так. Ух ты. Вообще, игра очень прикольная. Всем советую ее скачать, потому что очень увлекательная, такая смешная, над которой можно посмеяться, ну и, конечно, поразвлекаться. И те, кто любит паркур, можно сделать сальтуху. Ой, мамочки, можно посносить всем бошки, чтоб все прямо тут, блин, как не знаю кто. Можно
А, дай. Котёнок, ну вставай, давай. По стенкам вот так вот побегать в том, в чем я сомневался. Это я сейчас вообще не понимаю. Это козел вообще какого происхождения? Да. Ну что ж, ребятки, я успел тут немножечко побаловаться, да? Вот я понял, как делать вот эту фигню, смотрите. Видали? Мы можем призывать козлов на К русскую. К. Английскую Р. Так, берем и такие у-ху. И летим из замедленного такого. Все готово. Очень круто. Если вам понравился этот обзор на игру Симулятор Козла, то можете подписаться на канал, поставить лайк. А с вами был Игорь Алпромайн. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Игру скачивайте, отличная.